Так что здесь очень хорош именно шведский вратарь Сочи. Снова бросок, и это гол! 3-2 в пользу трактора! Вот такая реакция от Андрея Назарова. Я думаю, вы все прекрасно понимаете. Но забил-то Тему Пулкинен. Не получилось у него забить. Наверное, 5 секундами ранее. Моментально выиграно вбрасывание. И на сей раз он таки верхний угол ворот Хельберга поражает. Было 10 шайб у Никиты Чертышного. Теперь столько же и у Тему Пулкинен. Вот его вбрасывание, сразу же смещается Пулкинен, он красавец, конечно, потому что не просто бездумно лупил, а он сместился, нашел позицию и не смог своей команде помочь вратарь. За что же так с бутылочкой, Андрей Викторович? Ну хорошо, что хотя бы не налет. А то самое очень важное вбрасывание выиграл Алексей Буланов.